Так, вот такой наборчик прибыл. Так, вот антифейковый код. Так, вот так он открывается. Так, большая отвертка. Под большие биты. Под большие биты два ряда, всего 32 штуки. Все написано. Сзади на этикетке все что к чему. Перечень всех бит. Бита разборная. Отвертка разборная. С удлинителем. Вот так вот. Приблизительно. С магнитом. Так, и маленькая отвертка под более тонкие работы. К ней прилагается удлинитель, такой вот простенький. Так. И гибкий. Он позволяет куда-нибудь долезть туда, куда так просто не долезть. Так. И мелкие биты. Всего 16 штук, первый ряд. Вот так вот приблизительно. Ну, к примеру, можно разобрать жесткий диск неисправный. Подобрал звездочку. Убитый задняя шляпка прокручивается. Ну, удобно, когда работаешь одной рукой. Всего 7 винтиков, поэтому занимает какое-то время их откручивание. В принципе, все достаточно быстро, удобно. Вот так мы вскрыли жесткий диск в течение минуты. Может, кому надо. Также соберем. Так, ну вот. В общем-то и все. Мне, конечно, нужнее вот это. Маленькая. Ну, думаю, большая пригодится. Есть выдвижная планочка. Можно за что-нибудь подвесить. Так, ну, в общем, вот, в общем-то, и все. Вот такой наборчик.